Поделитесь, пожалуйста, эмоциями после победы. Ну, эмоции положительные, потому что и выиграли, и я считаю, что по содержанию игры мы заслужили этого, и мы были мощней, были агрессивней, вот, и действовали хорошо. Болельщики вернулись на трибуны. Есть ощущение праздника? Конечно, вот мы сегодня ощутили с момента выхода на поле нашего 12-го игрока, который был с нами всю игру и верил в нас до последнего, даже несмотря на то, что мы вначале уступали в счете. Была поддержка колоссальная, и огромное спасибо болельщикам. Мы очень рады и ждем их на стадионе.